Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня на канале будет распечатка вот такой небольшой посылочки, которую я получила с Китая, с сайта AliExpress. Я вам уже в предыдущем видео говорила, что я заказала там такой, ну, может, для кого-то будет интересный товар, потому что я даже, если честно, сама даже не знала, что такое в Китае продается, но просто мне сейчас это очень и очень надо, и я вот заказала. Ну, давайте, пока я сейчас буду открывать, я скажу, что это такое. Ну, некоторые знают, что там 2 месяца назад я перенесла операцию, мне делали операцию на колено, и мне надо что-то для поддержки колена, какой-то бандаж, наколенник, что-то такое. Ну, у меня есть бандаж большой, которым я уже хожу 2 месяца после операции, но он очень неудобный и очень большой. Ну, сейчас мне, конечно, чуть-чуть стало легче. Но я увидела в Китае, что там продаются вот такие разные бандажи, разные наколенники. И много такого, ну, такого, что... Ну, конечно, что продается у нас в аптеке, но у нас, конечно, оно намного дороже. И я вот такое заказала маленький себе на колено, чтобы поддерживала колено. И такой бандаж стоит $2 с копейками у этого продавца. Очень хороший продавец, быстро отправляет. И посылочка пришла за 2 недели через нашу новую почту. Так что пришла очень и очень быстро. Так, здесь ничего нету. Вот такой он небольшой. Но говорят, что он неплохой, что он поддерживает колено. Вот оно с такого. Здесь, конечно, видите, нету таких поддерживающих, как в таком бандаже. В обычном есть такие разные поперечные проделки, там идет вставки разные такие, но оно просто, видите, простой такой неопрен, или как он там называется правильно, но он такой, да, немножко есть запах неприятный. Вот видите, он такой вот на стол. Здесь должно быть 20 сантиметров, а здесь не помню, 40 или 50, где-то вот так. Получается, да, оно за это захватывается. Видите, здесь на колено, на коленную чашечку. Вы оборачиваете свое колено, и оно, получается, идет поддержка. Но это уже, конечно, если у вас уже прошло уже так много времени после операции, или у вас просто очень часто болит колено, такая поддерживающая, такой, сказала, я говорю, мини-бандаж. Ну, не знаю, попробую, если он будет хороший или нет. Конечно, очень немножко неаккуратно пошит, нитки есть, но знаете, что за $2, что еще взять с такого бандажа? Если честно, ну не знаю, мне кажется, он в аптеке, считайте, $2, это где-то 60 гривен, ну там было 2 с копейками, $2, по-моему, 16 центов, если я не ошибаюсь, я заплатила. Это где-то 60 гривен или, ну, 150 рублей, где-то так, русскими. Ну вот такая цена. Мне кажется, что в наших аптеках или там в этих сервисах, где продают вот это все, оно стоит, я думаю, что будет стоить, ну, минимум где-то в 2 раза, если даже не больше. Ну, я похожу, я попробую. Если хотите параметры, я смерю и вам скажу, может, ставлю под видео. И похожу один день и скажу, пригодно или нет. Потому что у меня там двойная, даже не двойная, у меня тройная проблема с коленом. Так что, если мне подойдет, я думаю, многим подойдет. Так что, друзья, если вам будет интересно, пишите свои комментарии. Напишите, может, кто-то покупал такой бандаж. Удобно вам было носить или нет. И я свои тоже отзывы там через пару дней еще добавлю и напишу, как мне было носить, удобно или нет. Ссылочка на продавца будет, кому интересно. Ну, немножко, видите, нехорошо пошит, нитки торчат, но это такое. Все, друзья, я вам желаю не болеть. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И будем ждать еще, надеюсь, что где-то очень скоро, надеюсь, что где-то 1-2 недели, и придет еще одна повязка, я тоже заказала на колено. Будем посмотреть, что это за повязка. Если не подойдет, то я тогда в Китае закажу еще одну, другую. Так что, друзья, смотрите, комментируйте, подписывайтесь на канал, и встретимся в следующем видео. Я вам всем желаю удачи, до новых встреч, пока!